Его постоянно посещают доктора и сестры. Ведет себя спокойно. Претензия только одна. Ему мешает браслет на ноге, который передавливает. И немножечко беспокоит послеоперационный шов. Его охраняет больше десятка вооруженных людей, которые постоянно находятся возле него. Они всячески содействуют персоналу, не мешают. Мы нашли взаимопонимание. Они делают свою работу, мы лечим пациента. Он немногословен. Да, нет, болит, не болит. Что беспокоит, показывает. Беспокойство одно. Больше всего беспокоит этот браслет, который на ноге передавливает. Он уже вполне может отвечать на вопросы, если захочет.